Всем привет! Сегодня я хочу вам показать свои самые любимые помады, так как вы у меня часто об этом спрашивали, и с того времени, как я показала вот этот органайзер, вам было очень интересно. Поэтому, если до сих пор еще интересно, то, конечно же, продолжайте смотреть. Так, давайте начнем с самого последнего ряда. Здесь есть вот такие вот у меня блески для губ. Это от Faberlic, первый артикул 4485. Это такой темный сливовый оттенок, и еще у меня есть персиковый оттенок, но я, к сожалению, не знаю, какой это номер. Эта наклейка с номером у меня, к сожалению, пострадала. Но я в любом случае внизу напишу, какой это оттенок. Очень мне нравятся эти два блеска. Они имеют такой вот лаковый эффект на губах. Не липкие, вернее, относительно не липкие. Не раздражают меня при носке. В общем-то, очень мне они нравятся. И тоже объем у них очень большой. Следующее, что у меня здесь лежит, это вот такой вот дуо. Это, кстати, недавнее мое пополнение. Это карандаш для губ. Номер у него 4670. И увеличивающий объем тоже блеск для губ. Серия... Номер у него 4497. У этого карандаша довольно-таки натуральный розовый оттенок. Он очень хорошо подходит под мой естественный оттенок губ. И в то же время я люблю дополнять его вот таким вот блеском, потому что блеск этот, в принципе, прозрачный, но он похож по своему действию на, например, Dior Lip Maximizer или вот аналогичные продукты, которые немножко вот так вот губы увеличивают за счет своей лаковости, за счет того, что они немножко так пощипывают губы. В общем-то, мне этот продукт очень даже понравился, и я его использую в комбинации с этим карандашом, выглядит очень даже неплохо. Следующее, что у меня здесь находится, это консилер мой от Maybelline Instant Age Rewind. Многие у меня интересовались, где его можно купить, потому что у нас на рынке он не представлен. Внизу под своими видео я всегда описываю все продукты, которые называю, и оставляю ссылки практически на все, о чем я говорю. Поэтому, если интересно, где его можно купить, внизу смотрите ссылки. Две туши, которыми я сейчас пользуюсь, это первая, которая называется Voluminous Butterfly. Насколько я поняла, эта тушь есть на нашем рынке, но я ее опять-таки покупала в Америке. Многие мне в комментариях писали, что у них эта тушь безбожно осыпается. У меня моя абсолютно не осыпается, поэтому не знаю, связано ли это с тем, что эта тушь конкретно из Америки, или же просто она на мне не осыпается. Нашу, честно говоря, я не пробовала. Вот только вот это у меня есть. И также еще одна тушь, которую я сейчас использую периодически, это тушь от Faberlic, вот такая вот двойная. Первая ее часть вот такой вот огромной просто щеточкой большой, на которой находится очень-очень много продукта. И вторая это та же щеточка, только больше ограничитель стоит, и тушь достается намного-намного меньше. Тестирую сейчас эту тушь, пока в принципе определиться на ее счет не совсем могу. Во втором ряду у меня находится несколько блесков для губ, среди них такой вот блеск от Color Me в оттенке 02. Очень мне нравится этот блеск своей натуральностью, хорошо он подчеркивает в принципе любую помаду, какую бы я ни нанесла, у него вот такой вот аппликатор. Мне нравится тем, что действительно его можно нанести поверх чего угодно, и вот этот оттенок не будет никак перебивать тот цвет, который я, собственно, нанесла изначально. Очень я люблю карандаши из вот этой вот серии от Faberlic. Номера у меня сейчас остались 4732, также это 4733 и 4730. 4730 это насыщенный, яркий малиновый такой оттеночек. 4733 это, наверное, самый натуральный из всех. Это такой приглушенно-сливочно-сливово... даже розовый какой-то, вот пыльный такой грязный оттенок. И последний это 4732, это тоже довольно-таки нейтральный оттенок, немножко более яркий розовый, чем вот такой вот классический розовый. Немножко тоже этот оттенок уходит в коралл. Также очень люблю я жидкие помады от Rimmel из серии Apocalypse. У меня моя самая любимая в номере 101.
отличная помада на каждый день. И опять-таки у этой помады вот такой вот очень удобный аппликатор. Сюда в эту ложбинку набирается ровно столько продукта, сколько нужно для того, чтобы прокрасить все губы. Классная помада, долго держится, потрясающий просто оттенок. Также у меня есть несколько других оттенков. Вот, например, в последнее время мне еще полюбился оттенок 102 Nova. Это холодный такой насыщенный розовый оттеночек. Еще один блеск для губ, который мне нравится, это NYX из серии Butter Gloss. У меня это оттенок 09, точно не помню, как он называется. А, нет, помню, Vanilla Cream Pie он называется. Нейтральный такой розовый цвет. Можно этот блеск использовать как самостоятельный продукт, можно его наносить поверх каких-то помад, не имеет значения, очень комфортен в носке и достаточно приятно ощущается на губах. Дальше идут все мои помады. Первая — это классическая такая нюдовая помада от Color Me, оттенок у нее 906. Очень такая вот действительно светло-нюдовая помада, и вот с вот этим блеском от Color Me они смотрятся просто потрясающе. Вместе создается вот такой вот эффект, как губы там Ким Кардашьян и так далее и тому подобное. Очень-очень красивый нюд. Следующая помада тоже от Color Me. Она уже более зимняя, более увлажняющая. Это классический такой вот розовый оттенок на каждый день. Замечательная помада на зиму, потому что она очень хорошо увлажняет губы. И, в общем-то, у меня это уже вторая такая помада. Первая у меня полностью закончилась, и мне пришлось ее выбросить. Оттенок это 102, серия Lady Marmalade. Следующая помада от Faberlic, номер ее 4368. Тоже такая же абсолютно помада, как и предыдущая. Очень увлажняющая, очень красивый оттенок на каждый день, подходит под любой макияж, под любой наряд, тоже очень я ей довольна, и довольно много я уже ее использовала. Еще одна помада от Faberlic, которая мне нравится, это номер 4556. У нее интересная упаковка, здесь нужно нажать внизу, и она достается, также абсолютно ее нужно и прятать назад в колпачок. Что касается оттенка этой помады, то это такой вот классический, наверное, персиковый оттенок. Даже не совсем классический, немножко больше он уходит в такой неоновый персиковый оттенок. Так как у меня здесь больше ничего в таком именно тоне персиковом нет, то я решила сюда добавить вот эту помаду. Опять-таки она довольно кремовая, довольно приятно ощущается на губах. Не очень плотный цвет, но в то же время в несколько слоев получается хорошо. Следующая малютка, которая у меня здесь есть, это помада Dior, оттенок у нее 536, по-моему, оттенок называется Lucky. Помада эта выглядит довольно ярко, но в то же время она не такая яркая на губах, это скорее оттеночная такая помада с таким вот ярко-малиновым подтоном. Тоже мне она нравится в определенных образах, поэтому здесь и находится. Давайте Wet n Wild я оставлю на потом, и вот сейчас вот перейду к вот этой вот помаде от YSL. Опять-таки, это очень такой классический нюд, помады YSL очень кремовые, они как масло тают на губах. Вот этот конкретно цвет замечательно подходит, когда глаза очень-очень яркие, и нужно что-то такое практически незаметно для того, чтобы стереть ваши губы и оставить на них только такой вот какой-то глянец небольшой, как будто увлажненности. Если глаза у вас не будут очень яркими, то эта помада, конечно, может сделать вас как будто такого мертвецко-бледного оттенка, но если глаза яркие, то этой помаде просто нет равных. Также у меня здесь мой пинцет от Withermann, которым я поправляю брови практически ежедневно. И остались у меня здесь три помады из серии Secret Story. Давайте же я каждый из них сейчас расскажу. Вот такие вот три оттеночка у меня есть. Один из моих самых любимых это вот это вот. Это номер 4720. Это наиболее такой вот классический приглушенно-темно-розовый оттенок. И в то же время, чем мне нравится эта помада, в ней нет никаких блесток, никакого шиммера в ней нет. Она вот чисто такая кремово-сливочная. А вот эта помада более яркая. Это насыщенный розовый, такой больше в неоновый оттенок, 4718. Замечательно она смотрится летом на загорелой коже. И вот этот оттенок 4721.
Это самая темная помада из всех, но в то же время при определенном образе она смотрится очень даже интересно. Последние помады, которые хочу вам показать, будут от Wet n Wild, и это мой абсолютный фаворит, наверное, всего 2014 года. Первый оттенок — это 912 In The Flesh. Это помада, которую я люблю использовать на каждый день, потому что, опять-таки, это цвет пыльный, такой темный розы, и на моих губах он выглядит довольно натурально. Вот этот оттенок очень уникальный, я ничего подобного не видела. Это оттенок 904 Rosebud, и это красный, который не вырви глаз, красный такой классический, а вот яркий, алый, но в то же время он абсолютно не броский, а вот такой вот именно красиво подчеркивающий красноту ваших собственных губ. Очень интересный оттенок, замечательный просто. С одним макияжем он выглядит ярче, с другим он выглядит более приглушенно. Очень-очень классный цвет. Вот советую вам, если будете покупать помаду, то берите именно вот этот оттенок. Третий оттенок более такой нестандартный, это 907 Mouth Out of Here. Это оттенок с очень выделенным таким фиолетовым подтоном. Я бы даже назвала эту помаду такой вот сиреневой, фиолетовый, на губах тоже выглядит довольно нестандартно и броско, но опять-таки при определенных макияжах очень интересно выглядит.